Сегодня в выпуске. Где все-таки дешевле мясо? На центральном рынке или же на ярмарке? Пообщаемся исключительно с продавцами мяса, узнаем, так ли это. Традиционный обзор хайповых публикаций в соцсетях. Добро пожаловать! День рождения КВН в Кокшетау. Взгляд изнутри, как все было. Под прошлым нашим ярмарочным выпуском много кто писал о том, что цены на рынке такие же, а может быть даже и дешевле. Пообщаемся исключительно с продавцами мяса, узнаем, так ли это. 1500. Свежий, конечно. Хорошо, откуда вы приехали? Лондонский район. Цена вот написана, 1200. Какую цену мяско у вас? Мясо 1500. Говядина? Говядина. Молодая? Молодая. Вкусная? Вкусная, классная. Скидку сделаете? Нет. Окончательная, да, цена? Ну, такая цена у всех поставлена. 1500. Я помощник. За 1300 продадите? Нет же. А за сколько? Вот тебе написано 1500. Все, окончательно, да? Конечно. Хорошо, спасибо. Вес 28-29 килограмм, около 42 тысяч. 42 тысяч. А это тоже барашки? Это говядина, а это баран уже мы продали. А в какую цену говядина? Говядина по 1500, но мы делаем для пенсионеров скидку по 1400 продаем. Огромное спасибо, хороших продаж вам. Все, рахмет. Ну что ж, с ярмарочной ценой мы разобрались, а теперь на рынке. Здравствуйте, в какую цену мясо у вас? 200 конина. А говядина? Говядина, не знаю, баранину и конину покупаю. А баранина почем? 1500. Здравствуйте, у вас что продаете? У нас говядина. Какую цену? Говядина у нас от 1550 до 1950. Хорошо, спасибо огромное, хорош продаж вам. Мяско 200. Это конина? Конина. А барашек? Барашка 1500. Можно у вас на камеру скажете, сколько мяска у вас стоит? Здравствуйте, а в какую цену мяско у вас? Конина, что ли? Ну да, допустим, конина. Конина 200, 100. Цены по городу сравниваем. А говядина, ну, разные. Есть мякушки, есть бельдемешки по 1850, 1600, 1550 ребра. От 1550 до 1800, да? 900. В зависимости от части. Я брал хорошее мясо. Говядина. Хорошее мясо. Мое личное мнение, на ярмарке все-таки немножко дешевле. Но сколько плюсов. Если мясо везут с регионов, то везут самое лучшее, свежее, молодое. Также ярмарка – это всегда праздник. Маленький, но все-таки праздник, где много народу, можно встретить своих знакомых, поговорить, повеселиться. И помимо основной продукции, можно купить еще много разной всячины, например, какие-либо сувениры. Лично я выбираю ярмарку. А с вами был Домичев Сергей, специально для Кокшетау Тудей и Акмала Коннект. Как говорят на вокзале, тум-тум-тум, объявление. Всем привет, мы начинаем, поехали! Айтаскер-маркетолог придумал замечательный ролик для Цона. Не подошел клиент сегодня, Цон, а я так ждал. Не подошел клиент сегодня, сон. А я так ждал. Он получил услугу дома сам, как я мечтал. Ну, по идее, ролик хороший. Вирусные ролики всегда заходят. В принципе, хорошо. Молодцы. Госслужащие пьют водку на рабочем месте. Қазақ ежелік күн құда қалса, қазір ұшелі бас жазамыз. Кеше осы мұл қойғамыз, осы мен ауырғамыз, бүгін енді осы мен қайттан бас жазамыз ол қазақ ол. Служба службы, но традиции бас жазу еще никто не отменял. Ну, туған күн жі, как не отметить? И вновь стартовал проект 100 новых лиц Казахстана. Ой, кто только туда не подал документы. Но зато есть плюсы. В преддверии форума будем заклеивать заборы их фотографиями. Тун-тун-тун. Повторяю. Всем пока, до скорых встреч. Ставьте колокольчик там. Не забывайте, ставьте.
Да, прикинь, только-только вот. Вот Сказдар выступил. Блин, полный зал, по-моему, да? Почти полный зал. Как обычно, Ахмоночка рвет. Что, пойдем, может, поговорим с командами? Ну, как Сказдар, летишь-то? Конечно, пойдем. Шепотом. Команда КВН. Мясо по-французски. Это мы. Да, так тупо, да? Привет. Салам алейкум. Что говорят, сегодня зритель хороший, да? Ну, половина зала, говорят, да. А вторая половина? Она не пришла. Арефьев. Рядом со мной находится многоуважаемый редактор Акмолинской лиги Павел Арефьев. Паш, как сегодня команда подготовилась? Сегодня команды упорно готовились, очень много лет. Поэтому максимальная подготовка. Команды выкладываются как могут. Сцена аж трещит сейчас. Свои твои любимчики есть? Кто-то, может, кого-то отметил? Нет, никогда не выделяю любимчиков. Это не профессионально, поэтому я за все команды хожу, переживаю. Вот я уже кому-то говорил сегодня. Когда меня спросили, почему я переживаю, я говорю, у вас одно выступление сегодня, а у меня 14. Поэтому я в 14 раз переживаю сильнее, чем каждый КВНчик, который сегодня выступает. Золотые слова редактора Акмолинской лиги. Спасибо огромное, Паша. Вам спасибо. Всего доброго. Привет. Вы откуда приехали? С Омска. Здравствуйте. Уже выступали у нас? Да. И как наш кокчетауский зритель? Все отлично, все шикарно. Все шикарно. Какие миниатюрки нам привезли? Очень-очень смешные, чтобы животики потом болели. Понятно. Ну, больших вам успехов. А это вам от Андрея Анатольевича Бурова. О, как это мило. Да, не от меня. Рядом с нами команда КВН. На пределе. Давай чуть громче, еще раз. Рядом с нами команда КВН. На пределе. На пределе. На пределе. На пределе. На пределе. Не ломает меня. Ребят, привет, вы что, выступили только? Да. Как зашло? Вообще тема была, ага. Аплодировал весь зал. Подписывались на Дред Хэй. Класс, команда. Баста! Ёлки-палки, вы что, круто, откуда вы такие драйвовые? Город Есиль. Там веселее все такие? Конечно. А веселее на веселее. Ой, хорошо. Мне кажется, вы там заправленные по самой не хочу, да? Конечно. А миниатюра какая больше всего зашла? Все. Самый правильный ответ. Подписывайтесь. Повезителя. Подождите, можно рекламу еще? Тут, короче, Инстаграм есть. Марьяна прет там называется. Подписывайтесь. Короче. Марьяна прет. Вам можно скинуть куда-нибудь, чтобы короче. Вставили видео, да? Давай. Я вам напишу его. Хорошо. Все, запишу. It's a best инста, короче, вот, ага. Ага. Мы находимся у святая святых всех КВНщиков. Мекка, поклонная гора. Гримерочка. Пойдемте. Сразу они выходят. Жека, готовы? Готовы. Настроение ого-го. Ну, вот, знаешь, мандраж, жесткий мандраж, 5 лет не играли в КВН, страшно, капец, как в первый раз сейчас идем и... Ова! Всем добрый вечер. Давайте поаплодируем им в первую очередь этим ребятам. Они просто красавцы. Подарили такой замечательный вечер. Первое место присуждается молодежной сборной Акмолинской области.